Будущие чемпионы мира и призеры Олимпиады. В нашем городе открылся зал бокса для подготовки спортсменов. На церемонию открытия пришли мастера кожаных перчаток. Подробнее далее. Целая плеяда звезд спорта побывала на открытии спортивного клуба «Сабыр» в Караганде. Здесь занимаются юные боксеры. Визит именитых гостей для мальчишек станет стимулом к достижению результатов. Спортсмены делились опытом, вдохновляли мальчишек собственными примерами. Главный тренер национальной сборной Мирзагали Айджанов поделился своим опытом. Он уверен, что расширение числа подобных клубов позволит поднять казахстанский бокс на высокий уровень. В каждом районе, в каждом селе должны быть подобные секции, где подростки смогли бы приобщиться к спорту. Во-первых, у них появляется цель, они укрепляют свою физическую форму, закаляют дух. Бокс давно уже перестал быть просто боксом. Это образ, а у кого-то смысл жизни. Это способ доказать себе и другим, на что ты способен. Это мечта, к воплощению которой приходят самые стойкие и упорные. В клубе «Сабыр» сегодня занимаются более 150 ребят. Их обучают 5 тренеров и серьезно ведут подготовку к соревнованиям. На сегодняшний день тренерами уже воспитаны кандидаты в мастера спорта. Дальнейшие планы — выставлять ребят на соревнования, участвовать на турнирах областных, республиканских, на чемпионате Казахстана и дальше больше. На данный момент с нашего клуба имеются около 10 человек кандидатов в мастера спорта. Это неплохой результат для начинающего спортклуба. Чемпионы мира Тимиртас Жусупов, Махмуд Сабырхан, Бигзат Нурдаулетов, Асланбек Шинбергенов, а также призеры Олимпиады Камшибек Кункабаев и Сакен Бекбосынов дали высокую оценку юным боксерам. Ирина Вабищевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал.